Своих не бросаем. В Керчь доставлена гуманитарная помощь от городского округа Химки. Продукты питания и медицинское оборудование отправили по поручению главы города Олега Шахова. Кстати, Химки – первый город Московской области, предоставивший помощь соотечественникам из Крыма. У нас давние дружеские отношения. В Керчи у нас расположен один из наших лагерей отдыха для детей «Травница», куда ездят не только дети, но и жители городского округа Химки. Это и пенсионеры, инвалиды, которые поправляют там свое здоровье. Эти кадры нам предоставило местное керченское телевидение. Гуманитарный груз получили керченский детский дом и детская больница. Сотрудники Химспаса все доставили в целости и сохранности. В дальнейшем мы планируем оказывать помощь тем учреждениям, которые расположены. Это и поликлиника, которая обратилась к нам, это и роддом, который расположен на территории Керчи. Ну, то есть те учреждения, которые особенно нуждаются в поддержке. И надо сказать, что взаимопомощь всегда была основной чертой нашего славянского народа. По словам врачей, медицинское оборудование пришлось очень кстати. Такие бактерицидные лампы теперь единственные в Керчи. Мы видели это оборудование в журналах, но мы даже представить не могли, что это оборудование будет в детской больнице. Чем оно хорошо? Тем, что можно из палаты в палату перевозить, тем, что ребенок или родители могут находиться при работе этого оборудования. Благодарственные письма в адрес главы городского округа Химки направлены от руководства города Керчь, а также от воспитанников детского дома.